1 по 12 января отделом полиции принято около 1000 обращений граждан. Заявления поступали о кражах, о мошенничествах, об утерях, но больше всего сообщений зарегистрировано о шуме, скандалах, о нарушении тишины и покоя жильцов. Все сообщения приняты, зарегистрированы, по ним приняты меры. Можно сказать, что новогодние праздники прошли спокойно. Личный состав работал в усиленном режиме. На каждом мероприятии была организована охрана общественного порядка. Сотрудникам полиции помощь оказывали сотрудники частных охранных предприятий. 3 января поздним вечером был зарегистрирован факт о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подошел мужчина к охраннику одной из школ и сообщил, что в школе произойдет террористический акт. Как бы нами были предприняты меры реагирования, лицо, сообщившее такой факт, был установлен и задержан. Он будет привлечен к уголовной ответственности. Обследования показали, что сообщение ложное. Безопасные условия для отдыха нефтекамцев были созданы. Никаких чрезвычайных происшествий, можно сказать, не допущено.